Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Мы рады приветствовать вас сегодня на программе, посвященной 32-й годовщине деятельности Всемирного Духовного Университета. Стойте, Константин, это у вас так в сценарии написано? Да, Елена, а что? Ну, просто звучит как-то одинаково, ничего нового. Вы, наверное, уже давно здесь занимаетесь? Да, как раз в сентябре будет 22 года. И каждый год в сентябре я слышу эти фразы. Просто цифры меняются. Сначала было 10 лет, потом 20, дальше 30, и вот уже 32 года. Ну, извините, я не знал. Я же здесь не так давно. В этом есть свои плюсы. Тогда для вас все новое. Да, вы правы. Тогда я продолжу. Мы собрались здесь, чтобы отметить день рождения... Постойте. Давайте не так. Давайте по-новому. Дорогие друзья, мы от всего сердца, с большой радостью приветствуем вас сегодня в этот прекрасный день, когда мы отмечаем день рождения Всемирного Духовного Университета в Москве. И нам исполняется 32 года! Ура! Ну, совсем другое дело, и сразу настроение поднимается. Так, ну мы забыли представиться. Вы знаете, вообще-то мы не представляемся. Нас тут и так все знают. Но поскольку вы человек новый, то вас я обязательно представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня вместе с нами Константин Ужва, актер театра и кино, солист Московского театра оперетты. Спасибо. Большое спасибо, мне очень приятно. Я очень рад быть вместе с вами сегодня здесь, на этой прекрасной сцене вместе с Еленой Титовой, преподавателем и переводчиком иностранных языков. Все так, но вы ошибаетесь, Константин. У меня уже новое имя. О, интересно, это новизна. Вы, наверное, думаете, почему? Дело в том, что примерно год назад я неожиданно для себя вдруг начала писать стихи. И это было как новое рождение. И так родилось новое имя. Какое? Лена Джой. Джой, по-английски, это же радость. Конечно. Это новизна. Новое имя, это новизна. Да. Я не только радуюсь сама, но еще и радую других. Да. И как здорово, Елена, как вы радуете других? Стихами. А может быть, вы поделитесь с нами своими стихами? Непременно, но немного позже. Наша программа называется «Как сегодня?» Все оттенки радости. Константин, а какая новизна была у вас за прошедшее время? Ну, в связи с ограничениями у нас в театре были онлайн-репетиции. Мы записывали клипы и пели, танцевали по компьютеру друг с другом. К сожалению, но нам пришлось это делать. Почему, к сожалению? Это же замечательно. Вы получили новый опыт. Я думаю, все сидящие здесь освоили новые возможности техники, научились многим новым вещам. И это же здорово. Да. Елена, вы обещали нам стихами поделиться. Да, конечно. Тогда как раз по нашей теме. Каждый новый день — новое начало. Каждый новый день — с чистого листа. Мне для вдохновения нужно совсем мало. Чистое сознание и новая мечта. Каждый новый день — словно чудо света, радости и счастья, льющийся поток —
Вновь меня встречает с добротой планета. Открываю миру я души цветок. Все, что день готовит, с радостью я встречу, подарив в ответ нежность своих строк. А когда придет вновь на землю вечер, пусть в душе останутся только свет и Бог. И пусть каждый новый день приносит много радости, и тогда вся наша жизнь будет как радостная песня. Плывут туманы белые над кружевом дубрав, и кажется особенным настой медовых трав. Как сладок воздух Родины, дышу, не надышусь, а в речке отражается ромашковая Русь. А в речке отражается ромашковая Синицы рады песнями встречать зари восход, и снова в роще кружится березок хоровод. Горит полнеба радуга, дивлюсь, не надивлюсь, аукну и откликнется ромашковая Русь. Аукну и откликнется ромашковая Русь. Горит в полнеба радуга, дивлюсь, не надивлюсь, аукну и откликнется ромашковая Русь. Куда ни глянешь, светится хрустальная роса. В малинниках, в орешниках всех сказок чудеса. На эти дали дальние смотрю, не насмотрюсь, на все четыре стороны ромашковая Русь. На все четыре стороны ромашковая Русь, ромашковая Русь. Жанна по-настоящему зарядила нас радостью и любовью к нашей прекрасной Родине. И я подумала, что песня — это универсальное выражение всех чувств. Не случайно, когда люди собираются вместе, они всегда и слушают песни, и поют сами. Да, да. Константин, вы сегодня с нами не случайно. Раз уж мы заговорили про песни, мне хотелось бы попросить вас спеть что-то для нас. Вы же не только в операх поете. А, Елена, вам оперы не нравятся? Почему? Нравятся. Только я в операх не всегда слова понимаю. Часто просто чувства улавливаю. А вам где больше нравится петь? В театре или в компании друзей? Вы знаете, мне кажется, это не важно. Важно, с каким настроением. Можно петь и одному. Я люблю петь в театре с коллегами. Это же общение, общение с друзьями, с публикой. Да, и пусть общение всегда приносит только радость. А что вы споете по этому поводу? Я спою сейчас песню, которая называется «Летом снег». Вот это новизна.
падал снег, белый снег лета, накрывал города пледом. Летом снег так не бывает, летом снег должен растаять. Летом снег должен растаять. Падал снег, белый снег летом, унесенные вдаль ветром. Летом снег с грязью и пылью, летом снег ангелов крылья. Летом снег ангелов крылья. Снег над землей открывает мир для нас с тобой. И летний снег — это ангелов небесный свет. В облаках, как в паутинке, прячутся феи-блондинки. В небесах звезды считают и о принцах мечтают, и о принцах мечтают. Высоко, высоко где-то пряталось белое лето. Мы о нем толком не знали, только в сказках читали, только в сказках читали. Снег над землей поднимает мир для нас с тобой. И летний снег — это ангелов небесный свет. Снег над землей открывает мир для нас с тобой. И летний снег — это ангелов небесный свет. Снег над землей открывает мир для нас с тобой. И летний снег — это ангелов небесный свет. Небесный свет. Спасибо. Большое спасибо Константину. Эта песня перенесла нас обратно в лето. И так хочется вернуть это прекрасное время, время тепла, цветов. Но, к сожалению, это невозможно. Наступил новый учебный год у всех учителей. И снова работа, учебники, ученики, постоянное общение. Елена, а вы не устаете от общения с людьми? Знаете, бывает, что иногда даже очень устаешь. Но вы же сказали, что вы всегда радуетесь. И даже когда устаете, тоже радуетесь? Когда я устаю, я ухожу. Ухожу в свой внутренний мир.
в тишину. А в тишине тоже есть радость? Конечно. И это совершенно уникальная радость. Радость уединения. Поговорить хочу я с тишиной. Узнать, как ей всегда так удается быть ласковой, приятной и родной. И каждому, кто к ней вдруг прикоснется, дарить покой, любовь и безмятежность. Оставит кто тревожная бега, тот ощутит души своей безбрежность. Ему откроются иные берега. На корабле красивых, светлых мыслей он поплывет в безоблачную даль и станет в океане каплей чистой, не ведающей больше про печаль. Сегодня вместе с нами замечательные музыканты. Они тоже пришли поздравить нас. Это Елена Себро, автор песен и исполнитель, дирижер оркестра, преподаватель гитары, домры и фортепиано. В настоящее время Елена работает над 5 альбомами песен, 2 из которых вот-вот увидят свет. Также на сцене Юрий Шиян, профессиональный музыкант, гитарист, который сотрудничает с ведущими российскими коллективами. Елена и Юрий исполнят песню под названием «Там, на берегу». Ждешь меня не ты, в те дальние края, где зеленее земля, где небо синева и детство острова. Я там на берегу в полях ромашки рву. И солнце в небесах, и ветер в волосах. Там фальши места нет, на все найдешь ответ. Правдивый напрямик, остановись на миг, на миг. Замолчишь, поет твоя душа, ах, как она чиста, как песок сквозь пальцы твои, улетают печали и дни, ты назад их не зови, не зови. Я там на берегу, в полях ромашки рву, и солнце.
голоса, и ветер по волосам, там фальши места нет, на всю найдешь ответ, правдивый напрямик, остановись на
Большое спасибо, Елена, спасибо, Юрий. И большое спасибо Юлии Савитовой, выпускнице Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыка поистине удивительна. От всего сердца благодарим вас, что подарили нам эти приятные минуты. Когда я слышала эту песню, мне казалось, я перенеслась в другой мир. Это действительно чудо, как музыка создает атмосферу, как она заряжает нас энергией и как помогает услышать себя, свой внутренний голос, настроиться на самые тонкие струны души. А где же Константин? Константин, вы здесь? Я здесь. Выходите к нам, пожалуйста. Вас не хватает. Простите, пожалуйста. Мне так было хорошо, тихо и спокойно в уединении, что я не сразу опомнился. Да, я понимаю. Мы все это тоже проходили. Но, как сказал товарищ Неру, во всем надо знать меру. Летая мысленно, а ногами прочно стоим на земле. Елена, спасибо вам большое, что напомнили о важности баланса. Да, баланс превыше всего. Любой бухгалтер вам скажет об этом. Посидели в уединении, накопили внутреннюю силу, и надо идти делиться с другими. Когда делишься, это тоже приносит радость. Да, знаете, у немцев есть такая пословица: «Geteilte Freude ist doppelte Freude». И как же это переводится на русский язык? Разделенная радость, двойная радость. О, я знаю, что в зале сейчас находится человек, который точно знает, как это переводится на армянский язык. Вазген, Вазген Аганесян. Вазген, идите помедленнее, я вас представлю. Оперный певец, посол мира ООН, почетный гражданин России, выпускник Центра оперного пения имени Галины Вишневской. Любимые мои, добрый день. Мы сегодня говорим о радости. Безусловно, Бог подарил это чувство каждой национальности, но сама радость над всеми национальностями. Я глубоко убежден, что радость может засиять всеми оттенками, когда человеческое сердце наполнено любовью. Я прочитаю стихотворение, которое посвятил всем людям мира, всем народам. И если такая любовь будет в каждом сердце, будет рай на земле. Когда весь мир божественно люблю, я русский и грузин, азербайджанец, скандинав, еврей и осетин, я африканец, армянин, я азиат, я испанец, я европеец, украинец и американец. Когда весь мир божественно люблю, я православный и католик, лютерианин и баптист, я мусульманин, иудей, буддист. Ведь сущность всех религий – Бог, который есть любовь. Она же дарит счастье всем, всегда и вновь. Она же выше всех религий, национальностей и рас. Она всех сотворила нас. И кто в весь мир божественно влюблен, со всеми он в душе своей сроднен. Когда весь мир божественно люблю, все нации, религии и расы себе я в душу, в сердце помещаю, там меж собой их объединяю. И из души и сердца своего, которые любви полны, Господь творит прекрасный образец любви, где вся планета под именем Земля единая и царствует. Там лишь религия одна, любовь бессмертная. Любите друг друга
и будьте счастливы. Я вас люблю. А сейчас я решил исполнить это произведение акапельно, и только буквально сидя здесь, сделал перевод произведения. «Аве Мария» — это значит «Радуйся, Мария». Пресвятая Дева Мария как символ чистоты, да? И вот как раз вы говорите, что чистые, надо очищать душу, очищать сердце. Вот пусть это произведение будет как вот воспевание чистой радости. Аве Мария, грация плена, Мария, грация плена, Мария, грация плена, Аве, эн Аве Доминус, Доминус текум. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tuae, ventris tui Jesus. Ave Maria. Спасибо, мои любимые, спасибо. Вазген, мы от всей души благодарим вас. Спасибо вам за выступление. Константин, у меня к вам вопрос. Да, какой? Вот вы работаете в театре, играете в спектаклях. А скажите, у вас какая-то импровизация допускается или все строго по сценарию? В театре оперетты все строго по сценарию. Ну, хоть какая-то свобода возможна? Конечно, внутренняя. Я так и знала, что вы так и скажете. Это вы в Раджа-йоге научились. Здесь ведь много говорят про внутреннюю свободу и про то, что все ограничения исключительно у нас в голове. Разные рамки, условности. То есть в Раджа-йоге нет никаких ограничений? Ну, это как посмотреть. Есть определенные правила, принципы, своего рода дисциплина. Но именно эта внешняя дисциплина помогает обрести внутреннюю свободу. Это парадокс. А и как это у вас получается? Вам легко? Когда это становится естественным, то легко. Тогда легко следовать разным правилам. Даже не замечаешь, словно едешь по рельсам. Да. А вот в спектакле легко, когда каждый точно играет свою роль. Если вдруг кто-то начинает импровизировать, то весь спектакль рушится. Да, это точно. Поэтому действительно главное – это внутренняя свобода. Когда ты внутренне свободен, тогда очень легко следовать разным правилам и законам. Все воспринимается как игра, безграничный спектакль. И любая борьба заканчивается. То есть вы сдаетесь? Нет, освобождаетесь и танцуете.
С вами выступала Кристина Ким с танцем «Радость свободы». Кристина – ученица школы современного танца Николая Огрызкова и солистка театра «Воздух-центр». Наверное, танец – это универсальное средство выражения состояния души. Это точно, Константин. Я вдруг вспомнила, что когда 22 года назад я познакомилась с духовным университетом, я думала, что я буду только изучать духовное знание и практиковать раджа-йогу. И даже представить себе не могла, что буду столько танцевать. А знаете, это напоминает мне оперетту. Сначала актеры просто разговаривают, когда эмоции становятся больше, они начинают петь, и когда чувства уже переполняют, они начинают танцевать. И в этом настоящая радость творчества и радость гармонии. Thank you.
наверное, все так стремятся к гармонии, потому что это естественное состояние души и мира. Вы знаете, у меня на эту тему как раз есть стихотворение, которым я хотела бы поделиться со всеми. Называется «Голос». У каждого, кто на земле рожден, есть важный, драгоценный дар, способность свои мысли выражать и воплощать все то, о чем мечтал. У каждого есть голос, что звучит у всех по-разному, у всех неповторимо. Наш голос — отражение души, энергии бесценной и незримой. Подобно музыкальным инструментам, у каждого свой тембр и чистота. Мы созданы природой уникальными, и заменить нас на других нельзя. Пусть ярко свою партию сыграют рояль и флейта, гонг, виолончель, и пусть никто друг другу не мешает, ведь в этом мире места хватит всем. Но самое великое искусство в оркестре с непохожими играть, смотреть на дирижера, знать и чувствовать, когда затихнуть, а когда вновь зазвучать. Спасибо, Елена. Это действительно напоминание нам о ценности каждого из нас и о том, как важно смотреть на главного дирижера. Тем более, когда этот дирижер — наш отец, тот, кто любит всех и видит красоту и особенности каждого ребенка. Тогда мы, как все как одна дружная семья. Танцуем и поем! Накрыла стол мама, накрыла и ждет семью свою, а сердце скучало. Минуты так медленно идут. Накрыла стол мама, что может быть сердце ее добрей и счастье, что вместе собрались сегодня семьей своей. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы. Горит очаг всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах. Гори очаг, живи, моя семья. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы. Горит очаг всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах. Гори очаг, живи, моя семья. Пошли! Уходят, но если еще очаг горит, мы все будем помнить, чему нас учили старики, те мудрости жизни, что в доме отец всегда хранит.
мы детям расскажем, чтоб и через годы они свои. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы. Горит очаг, всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах горячая, живи моя семья. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы. Горит очаг, всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах горячий очаг, живи моя семья. Горит очаг, всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах. Гори очаг, живи моя семья. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы. Горит очаг, всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах горячая, живи моя семья. Нежди, да, не погаснет никогда в родных стенах горячая, живи моя семья. Спасибо. Прекрасная песня. Спасибо. Неужели наша программа так быстро подошла к концу? Мне кажется, нет. Ничего же никогда не заканчивается, правильно? Все же вечно. И наша программа будет длиться вечно. Нет, она записана в вечности. Да. Я как раз вспомнил, что мы с вами уже здесь встречались, на этой сцене. Точно. Это было как раз 2 года назад. Да, да. И мы как раз с вами были ведущими в этот день. И были песни, да. И танцы. Да, мудрые советы, они действительно помогают в жизни. Давайте вспомним, как это было. Константин, а что вам больше всего запомнилось с той программы? Мне запомнились советы, которые Диди дала мне на сцене. А вы как-то воплотили их в своей жизни? Что изменилось после той программы? Вы знаете, если честно, я до момента прихода в университет не понимал, что со мной происходит, потому что моя подвижная психика, как у любого актера, она заставляла меня нервничать, входить в стресс. И после этих советов я понял, что когда я душа, когда я спокойная, чистая, светлая энергия, ребенок Бога, то все сразу встает на свои места. Когда ты в покое делаешь свое дело, постепенно каждое дело приходит в свое решение, приходит... Вот видите, опять запутался из-за своей подвижной психики. Простите.
Но это же прекрасный опыт. Да. И именно личный опыт бесценен. Да. За 22 года у меня тоже был большой опыт. Но если я начну им делиться, тогда наша программа точно будет длиться вечность. Но вы знаете, мне больше всего запомнилась одна песня. Вы ее исполните? Да. Она называется «Очарование чистотой». Очарование чистотой подарит свет мне неземной, согреет сердце добротой, подарит мудрость и покой, расправив крылья чистоты, я улечу в мир, где рождаются мечты. Я улечу волшебный мир без слез и зла, где в сердце только доброта. Тучи темные растают, тени темные уйдут, зачарованные птицы песни снова запоют. И расправив крылья счастья, улечу я высоко, притяжение земное оставляя так легко. Я распрощался с темнотой, оставив прошлое вдали. Прочь улетаю от земли, и вокруг только небо. И вокруг лишь покой, и вокруг только счастье. Свет со мной, свет со мной. И сбросив темноту, как сон нелепый, я вдруг почувствую, что свет со мной. И замираю от любви прекрасной. Кружит земля, и счастью нет предела. Раскрашу мир волшебной красотой. Я знаю только, что теперь навеки свет со мной, со мной. Очарование чистотой очарование чистотой подарит свет мне неземной. Очарование чистотой подарит свет мне неземной, очарование чистотой подарит.
цвет мне неземной. Спасибо. Большое спасибо, Константин. И хочется стихами говорить. Замирают все мысли и чувства в этом мире святой тишины. Прикасаюсь к источнику сути и безмерной вселенской любви. Кто был вашим учителем, да, Константин? Да. Разрешите пригласить на сцену Диди Суду, которая уже более 50 лет практикует раджа-йогу. Что-то у меня такое чувство, что это уже было. Вот так же Константин сидел и разговаривал с Диди. Ничего нового. Совершенно верно. Только теперь с нами вы. Конечно. Диди, а можете сказать, пожалуйста, что значит радость будущего в настоящем? Это интервью. Офлайн. Офлайн. Спасибо. Спасибо за то, что было. Радость прошлого. Радость прошлого настоящим. И радость будущего настоящим. Жизни радости. Если вот этот вопрос, вы даете радость будущего в настоящем, а вообще-то мы все знаем, что именно настоящим и создаются будущее. Но перед чем мы начинаем создать будущее, обычно так, да, что у нас есть, мы как бы видим ее образ, образ того, что мы хотим создать. Мы ее видим своим внутренним взором, чувствуем, и уже приходит радость, наслаждение еще до того, как начинается процесс созидания, поскольку мы уверены, что это удастся, это получится. Вот знаете, здесь я хотела как раз вам сказать по поводу радости, будущем, настоящем, в реальном случае, когда 85 лет назад Брахмабаба, основатель университета, у него было видение будущего мира. Мира чистоты, покоя и счастья, мира любви, единства, гармонии, мира людей, которые наполнены всеми добродетелями. И вот как раз это видение стало основой для созидания этого организации по названию Всемирный духовный университет Брахмакумарис. А у нас, студентов и преподаватели этого университета, то же самое видение. То же самое видение такого будущего. И поэтому мы радуемся. А что это за видение? Что это за будущее? Будущее, где будут люди именно всеми добрыми качествами. Чистыми, спокойными, счастливыми. Представьте, да,
Вы даже сейчас представьте, вот мы все сидим, все счастливы. А как вам ощущается? Хорошо? Конечно. Конечно. То вы радуетесь. Вы радуетесь не потому, поскольку вы на сцене, вы радуетесь, поскольку атмосфера такая. Так ведь? Вот если будущее, весь мир будет такой, будете представить? Но это реально возможно, сделать видение, то, что он увидел, сделать это реальностью на 100%? Конечно, конечно. Если мы знаем правильные методы, шаги, которые мы хотим для этого делать, да, и тогда все, все реально. Брахмабаба так и делал, после этого видения он был уединением. Вот как раз вы радость уединения говорили. Он был уединение и размышлял, и понял. Понял, и начался процесс. То вот это видение становится реальностью, вот эту конкретно, допустим, мир чистоты. Что значит мир чистоты? Значит, чистые люди. А что значит чистые люди? Чистые души. А что значит чистые души? Они должны освобождаться от всякой нечистоты. Всякой нечистоты. А что такое нечистота? Нечистота – это пороки. Пороки души, гнев, допустим, жадности, эго. Высокомерие, сексуальные похоти, зависти, ревности, беспечности. Целый список нечистоты. А вот пока эта нечистота не уйдет, то видение не станет реальностью. Надо его убрать. Диди, ну вот то, что вы перечислили, наверное, это и есть корень всех проблем современного мира. А как же от этого всего освободиться? Как убрать эту нечистоту? Да, не только проблем, которые люди создают или люди испытают из-за друг друга, да, войны, конфликты всякие, и даже стихийные бедствия, все страдания из-за этих пороков, все. А чтобы избавиться, нужно две вещи. Нужно понимание знания, метод, и нужна сила. Сила, внутренняя сила такой решительности, чтобы что бы ни было, какие бы ситуации ни возникали, я преодолею это препятствие и дойду. Вот как раз в этом духовном университете мы это и учимся. Духовные знания – вот дает нам понимание истины. А я вам сейчас коротко скажу про пять истин. Пять истин. Мы будем очень рады. Первая истина, что я душа. Сознательная энергия. Точка света. Это первое. Вторая истина, что изначально я душа чистая, спокойная, любящая, мудрая и счастливая. Третья истина. Я душа из дом душ, не из этого мира, из дом душ, который находится за пределами этого физического мира. Далеко, но это дом бесконечно золотистый красного света, дом тишины, сладкого безмолвия. Нам всем туда предстоит уйти. И мы в любой момент можем уйти мысленно. Четвертая истина, то я душа вечная, вечный ребенок вечного Отца, Бога Всевышнего.
которого мы называем Богом, или Худа, Алла, разными словами, Всевышняя Душа, Вечный Свет. И пятая истина. Вот это мой Отец, Он всемогущий, Он очищающий, освободитель, поскольку Он океан, все положительные, добрые качества. Вот когда я это осознаю, эту истину, то у меня легко получается связь с Отцом. Это и есть Раджа-йога. Она дает силу. А вот эта сила помогает душе пробудить свою внутреннюю красоту, свою внутреннюю чистоту. А нечистота сама уходит. Дидя, а что нужно делать, чтобы всегда быть на связи с таким источником? Как правильно практиковать? Давайте сейчас попробуем. Давайте. Просто нужно создать правильные мысли. Давайте сядем. Удобно. И концентрируем свое внимание в центре лба. Здесь находится душа. Я душа. Точка Божественного Света. Я излучаю свет. Свет любви. Свет спокойствия. Свет чистоты. Я душа, ребенок всемогущего Отца. Я с Ним в своем доме. Дом света, дом сладкого тишины. Исходит от моего Отца и доходит до меня. Я наполняюсь чистым энергией. И становлюсь легким. Я ощущаю легкость и счастье. Вся нечистота уходит. Чистая, легкая, светлая, счастливая душа.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу, но она записана в вечности. И хочется пожелать, чтобы свет души каждого всегда оставался зажженным. А душа — это вечный свет. И свет в любом случае прекрасен, а его природа — это чистота. Эта лампочка может покрываться пылью, но свет всегда чистый. Может быть, просто он иногда не сильный, но мы знаем, что у нас есть вечный источник света и вечный источник силы. Мы благодарим вас всех и поздравляем с 32-й годовщиной университета в России. До новых встреч. Спасибо.